Из Китая с наградой первоуралочка Ксения Вдовина вошла в двадцатку самых красивых девушек мира. Конкурс «Мисс Туризм» завершился в Поднебесной. Туда съехались участницы из 60 стран. Россию представляли трое конкурсанток, в их числе ведущая радиостанции «Свежий ветер» Ксения Вдовина. Организационный взнос ей помогли оплатить представители Первайского новотрубного завода. Он входит в группу ЧТПЗ. По словам девушки, три недели прошли очень насыщенно. Фотосессии в национальных костюмах, купальниках, вечерних платьях, многочасовые репетиции, а также экскурсии. Финал сделали ярким и масштабным. Первое место заняла конкурсантка из Украины, второе из Бразилии, третье из Аргентины. Ксения стала победительницей в номинации «Мисс Туризм Амбассадор» и вошла в топ самых красивых девушек мира. Мне кажется, это очень престижно. Вообще отметили у нас русских девчонок, все номера мы открывали, стояли всегда в самом центре, в самом начале. Конечно же, эмоции море. Как-то в двух словах рассказать о конкурсе, мне кажется, это не получится. Столько эмоций действительно нас возили и на Великую Китайскую стену. И были мы во внутренней Монголии, в городе Ордос.